древняя восточная легенда о колбасе. Вам с переводом или без? С переводом? На среднеазиатском, средний такой азиатский. Один джигит, джигит знаешь, что такое, да? Папаха, конь, а посередине воткнут джигит. И все время скачет. Ты не джигит, ты сидишь, а он все время скачет. Джигит. Поехал охотиться на кого? На верблюда он не охотится, а верблюд священный животный. Он только подойдет к нему и скажет: ты, лошадь двугорбая, не пьешь нифига. Он у него плюнет, тот оплеванный стоит, но не тронет. Джигит поехал охотиться на сусликов. Суслик, знаешь, что такое? Знаешь? Ну покажи, что такое суслик. На себе не показывай. Суслик — это крыса, но мужского рода. Суслик. Поехал охотиться на сусликов. Едет он, едет. Едет он, едет. Вам долго или покороче, что ли? Покороче. Значит, когда только увидит суслика, сразу кричите: суслик. Едет он, едет. Суслик. Пока джигит увидел суслика, пока снял ружье, хотел, убежал суслик. Едет он дальше, едет, вдруг суслик. Джигит сразу бабах и убил. Нет, не суслика. Он убил одного суслика и другого. У него двустволка была. Это легенда длинная, метражная, Солод написал. Едет он, едет, вдруг суслик. Какого он убил? Нет, не третьего. Пятого, правильно, потому что пятый встал грудью за четвертого и погиб, как последний суслик. Легенды мне нравятся по содержанию. Едет он, едет, друг. Неправильно, я же сказал, последний суслик. Больше сусликов не было. Жара. Джигит собрал этих сусликов вместе, достал нож. Мелко-мелко-мелко порезал до образования однородной сусличной массы. Свернул это все трубочку. Жара. Это все воняет. Он хотел съесть и крикнул: «Килбаса!» Что значит, жрать невозможно, но ешь, если нечего жрать. Мудрость у тебя спрашиваю. А ты знаешь, почему мужики на сцене и в жизни ходят в штанах? Легенда есть. Слушай меня. Потому что мужики без штанов производят жуткое впечатление. То есть, если совсем голый, ничего. А если пиджак и без штанов, это все равно, что суслик в штанах.